Существует легенда о том, как Аполлонию подвергли жестоким пыткам за то, что она отказалась отречься от христианства, ей вырвали все зубы и сожгли. С тех пор и зародилось в народе поверье, что если произнести имя святой мученицы Аполлонии, помолиться ей, то зубная боль утихнет. В подобные легенды главный внештатный стоматолог Мордовии Александр Адамчик не верит, но от Божьей помощи никогда не отказывается. Иконки в операционной для спокойствия души, они незыблемы, а вот инструменты совершенствуются с каждым годом. На вооружении у стоматологов республиканской поликлиники самое передовое оборудование. Имплантовод – одно из недавних приобретений. Многие наши пациенты, которые могли бы заплатить в республике здесь, к сожалению, уезжали раньше из Мордовии в Нижний Новгород протезироваться, уезжали в Москву. К счастью, теперь этого нет. Большая часть пациентов не ездит больше в Баден-Баден, а предпочитают делать это на месте, потому что, во-первых, у нас это значительно дешевле. Во-вторых, они всегда у нас под присмотром, и мы всегда готовы помочь им. Вот уже 31 год Александр Адамчик, практикующий врач, о профессии мечтал с тех пор, как в детстве ему не понравился недоброжелательный стоматолог. Тогда и решил стать непременно добрым врачом. Я от всей души поздравляю наших коллег с этим праздником. Я желаю им здоровья, счастья, успеха во всем. А нашим пациентам белоснежных, красивых голливудских улыбок. На следующей неделе в Саранске пройдет научно-практическая конференция. Стоматологи республики и других регионов обсудят итоги работы за 6 лет и наметят новые задачи. Одна остается неизменной на века. Любую боль утихомирить можно просто добрым словом. Юлия Резван, Владимир Надькин, Вести, Мордовия.